Доброе утро, дорогие садоводы и зрители телеканала ОТВ. Запомните, дорогие садоводы, истину, которую сейчас активно пропагандируют микробиологи. Александр Генрихович Харченко утверждает, земля не должна быть черной. И если мы, убрав все растительные остатки, оставив эту землю вот просто черной, во-первых, быстро уйдет влага. Весенняя влага, она очень нужна нам. Мы можем ее сохранить, если мы замульчируем землю любой органикой. Будь то опилки, будь то солома старая с полей, будь то семечки, шелуха семечек или гречихи. Помните, мы не должны держать землю черной. Во-первых, это не будет испарение влаги. Во-вторых, это не будет у нас перегрева в жаркие летние дни. Ну и в-третьих, эта борьба с сорняками будет вам облегчена. Итак, мы с вами обрабатываем сад против грибных болезней и вредителей. Каждый выбирает способ обработки свой. Кто-то применяет бордоскую смесь, кто-то берет раствор медного купороса, кто-то мочевиной обрабатывает. В любом случае, до распускания почек первую обработку сада мы должны сделать.